В родном городе Комсомольска Дмитрий Халаджи поставил новый мировой рекорд. В течение нескольких секунд «Богатырь» удерживал 4 работающих автомобиля общей мощностью 300 лошадиных сил. Посмотреть на выступление известного земляка пришли как жители Комсомольского, так и гости со всей области. Главную поддержку силач получил от родных и близких. Дочь Настя участвует во всех тренировках отца. Я за него переживала. Все переживали. Ну, папа, поднимаешь штанги, и папа мне дает это. Я делала упражнения, поднимаю тоже. Похожий номер показывал в начале 20 века король гирь Петр Крылов. Он делал растяжку с 4 лошадьми. Вторым известным человеком был Георг Лурих. Чемпион мира по современной классической борьбе удержал 2 верблюдов. Сам «Богатырь» говорит, что такие силовые упражнения издревле делали на Руси. Просто век автомобилей он решил укротить именно железных коней. Я большинство своих рекордов ставил на православные праздники, то есть и стараюсь всегда так подвести рекорд, чтобы он совпадал с православным праздником, благо православных праздников у нас много. Поддержать Дмитрия Халаджи приехали руководители области. По их мнению, «Богатырь» стал не только визитной карточкой Шахтерского края, но и достойным примером для подражания у молодого поколения. Представители власти обещали силачу свою поддержку. Я готов поддержать и дальше поддерживать своего друга Дмитрия Халаджи. Мы с ним знакомы. Прекрасный человек, мужественный. Конечно, трудно очень переоценить его вклад в формирование, так будем говорить, здоровых таких привычек молодого поколения, отношения к спорту, отношения к силе. Сегодня на счету Дмитрия Халаджи 32 рекорда, 3 из которых записаны во Всемирную книгу Гиннесса. Остальные достижения зафиксированы в книгах рекордов России и Украины. Следующее представление «Богатыря» тоже будет связано с автомобилем. Дмитрий будет лежать на специальном пьедестале с гвоздями, а на грудь ему опустят машину. Силач называет этот номер самым опасным в своей карьере. Олег Коноваленко, Владимир Ребриков, «Панорама».